Доброго дня. Сегодня такая ограда у нас. Сделан заказ по размерам заказчика. Там что-то 2.10 на 2.40 что ли. Здесь заглушки сейчас бай. Это мы уже пробная установка. А сейчас едем устанавливать по месту. Вот тут сейчас заглушки поставим. Естественно. Тут петельки у нас. Вот так она открывается. Вот такой вот рисуночек. 500 рублей метр цена. Мы цену не скрываем. Плюс краска 1000 рублей, PF100, 15. Тут гаечки у нас, видите, такие, болты на 10, довольно прочные. Труба 15 на 15, 20 на 20, 25 на 25, завитки 15 на 15. Ну, вот такой вот рисунок. Зачищен, конечно, покрашен. По месту что поцарапается, подкрасим. Ну, вот. Сегодня у нас такая оградка. Еще будем. Оградка у нас есть там по 800 рублей метр. Но это будет следующее видео. Скоро. Соберем ее тоже и снимем. Ну, вот такую мы сделали оградку. Такие у нас там пятачки вполне достаточно. Ничего с ним не случится. Так она не провалится. Оградка легкая. Из профильной трубы. Поэтому больше тут как бы не нужно. Ну, до новых встреч.